возвращении России в ПАСЕ – лишь отчасти победа российской дипломатии. Львиная доля заслуги лежит на украинской делегации, которая своим рогульско-быдляческим дегенератизмом умудрилась настроить против себя подавляющее большинство европейских депутатов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады прошлых созывов Алексей Журавко, передает корреспондент Политнавигатора. Итак, Россия возвращается в ПАСЕ. Это поистине огромная заслуга украинской делегации. Европейцы очень прагматичные люди, но даже несмотря на это, работа всяких там Соросов и прочих грантоедов на протяжении многих десятилетий дала свой результат. Думаю, многие в Европе искренне поверили в россказни о русской агрессии и о том, что в Севастополе, например, все спят и видят, как наконец-то над городом поднимется флаг Украины и, несмотря на тотальные репрессии КГБ, хранят под подушками три зуб, а на кухнях шепотом поют «Щене в мерло». И верили бы себе и дальше, грантоеды и пропагандисты хорошо работают, но тут в ПАСЕ стала приезжать делегация новых постмайданных властей. Все эти гончаренки в перчатках, геращенки и бляхеры со своим откровенно рогульско-быдляческим дегенератизмом. Я реально вчера держал единственный кулачок за то, что в лучших традициях украинского парламентаризма эти придурки заблокируют трибуну и начнут драться. Видимо, старшие товарищи не дали, но несмотря на это, все равно своим селюковым быдлячеством наша делегация умудрилась настроить против себя подавляющее большинство депутатов, показав, кто реально пришел к власти в Украине, прокомментировал экс-нардеп, прикрепленный к публикации видеоролик телеканала «Россия-1» с нарезкой подвигов украинской делегации. Пишут, что это победа российской дипломатии. Отчасти. Но все-таки по большей части это перемога именно всех этих бляхеров и прочего пришедшего на волне Майдана отребья, которые на протяжении многих лет делали все, чтобы поссориться абсолютно со всеми и потерять поддержку даже самых яростных русофобов. Добавил Журавко. От себя, как от депутата нескольких созывов Верховной Рады, хочу сказать, друзья, не все в Украине бляхеры Геращенко-Гончаренковская сволота и придурки. Подавляющее большинство моей страны – это адекватные люди, презирающие этих позорных клоунов. От имени всех нормальных украинцев хочу также принести извинения за этот низкопробный и позорный цирк, подытожил Алексей Журавко.